кажется, что на секунду задумался Джеремайя Мартин. Но все-таки отдал передачу. Здесь совсем один под кольцом. Пока обживается в ЦСКА и входит со скамейки. Как будто ждал его же Ливер Жаншар там. И быстрая атака ЦСКА. Получится или нет? Эмбай, Жаншар и мяч. Савьер не ускоряет игру. Неужели вот такая тактика? Хопкинс попадает под еще. Матч против Нижнего Новгорода, где, казалось бы, уже надежда умерла. Оливье Хайнлайн атакует с дистанции. Брали последнюю атаку ЦСКА и Енисей. Благодаря подбору в нападении от Бобича, Джеремайя Мартин. И здесь дотягивается. Что рассчитывает игрок, вот сейчас можно улучшить статистику, но нет, он ее только ухудшает. В быстром отрыве Никита Курбанов. Это так. Мяч в корзине оказался. Плюс 4 у Енисея. Каспер Уэйр, он как будто прибавил сразу скорость. Какая передача! ЦСКА в этой атаке. Ухов получает хороший заслон от Ливио Жан-Шарля. Хэнвар с дистанции. Уже больше 2 минут прошло. Бай на Курбанова. Жан-Шарль сравнивает. Продолжается атака армейцев. Хэнвен. 3 секунды на бросок. Жан-Шарль. Точно! Интересно было бы сейчас в отдельном окошке посмотреть, что творится в Красноярске. Там 2:30 ночи, но я уверен, болельщики не спят.